Дружный коллектив цеха механической обработки штамповки авиационного назначения цеха 54 с юбилеем! Цеху механической обработки штамповок в СМПО 20 лет. В минувшую пятницу коллектив 54-го принимал поздравления во Дворце культуры имени Агаркова. От лица генерального директора корпорации СМПО «Висма» Дмитрия Валерьевича Трифонова я вас поздравляю с этим прекрасным поводом. От себя хочу добавить, что я совсем недавно был на ваших производственных мощностях и действительно остался горд от того, что у нас сегодня есть, от того оборудования, на котором вы работаете, от того, что у нас есть люди такой высокой квалификации, которые могут успешно выпускать такую востребованную, качественную и нужную для мировой экономики продукцию. Цех – это прежде всего люди. Это работники, которые своим слаженным трудом, своим стремлением и опытом позволяют достигать высоких производственных показателей. От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия и вдохновения по жизни. Спасибо вам за ваш труд, усердие и преданность корпорации. На торжественном вечере отметили ветеранов подразделения, а лучшие сотрудники получили благодарственные письма, грамоты и премии за успешный труд.